Добрый день, меня зовут Александр Макеев. До своего переезда в Германию в 2019 году я работал в должности руководителя Центра документации Государственного музея истории Гулага в городе Москве. И основная моя работа заключалась в помощи и консультировании людей по поиску информации о репрессированных родственниках. В, данном, в данной лекции я бы хотел вас познакомить с тем, как выглядело, собственно, архивное уголовное дело, которое мы с вами ищем. Итак, из чего состоит архивное уголовное дело? Во-первых, первый лист ⁇ это обложка. Это дело создано не НКВД, оно создано отделом охраны исправительно трудовых лагерей, труд поселения и мест заключения НКВД. То есть это отдел... Который занимался заключенными. Из этого мы можем сделать вывод, что этот человек на данный момент уже был заключенным, он не был а, простым а, свободным человеком. Да? А второе, что отсюда можно взять, это даты этого дела. Я специально взял эту обложку, чтобы показать, как это происходило в 1937 году. Вы видите, что дело начато 10 сентября 1937 -го года, окончено 11 сентября 1937 -го года. И забегая вперед, скажу, что по этому делу э, приговор вынесен высшей меры наказания. Один день. Третье, что есть в этой обложке, это количество листов, которые есть в деле. Да? Здесь написано дело на 18 листах. Соответственно, если вы получили копии материалов из, предположим, ФСБ, вы можете сравнить с тем, что вы получили и тем, что в этом деле есть. Да? Вот э, на экране у вас справка, которая... Была написана 17 августа, а дело мы видим, что началось 10 сентября, то есть за месяц до начала дела. И здесь вкратце рассказано, почему этого человека стоит привлечь к ответственности, какая, какая информация на него есть. Находясь в лагере, в 1937 году систематически проводит среди заключенных контрреволюционную фашистскую агитацию восхваляет Гитлера, который по его словам в конечном итоге должен завоевать мир. Собственно, это вот язык э, дел 1937 -го года. А, чаще всего после этого следовал э, арест человека и обыск. Да? Но э, этому предшествовал документ, который называется ордер на э, арест и обыск у человека. А, протокол, допру, э, протокол обыска. Протоколы могут быть разными я встречал как очень простой протокол, вот как у вас на экране, что здесь изъято. Старый поясной ремень, жестяная коробка, карандаш с металлическим наконечником. Все осталось в комендатуре, потому что никому это, собственно, не нужно было. Следующий протокол обыска чуть побольше. Да? Здесь видно, что изъят паспорт, изъят военный билет, Изъята справка, это карточки, удостоверения и так далее. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, из, из, какие-то из этих документов сохранились в самом деле и, соответственно, сделать запрос на эти документы. Не всегда э, эти запросы бывают успешными, но иногда это получается. Мне встречались э, протоколы обыска достаточно богатых людей, и эти протоколы занимали несколько страниц. Да? То есть можно посмотреть, как человек жил, чем жил, что имел что показалось важным для, для тех, кто проводил обыск. И вот еще как один пример, да, здесь дубликат квитанции о принятии вещей, это тоже, по сути, не совсем обыск, потому что это не обыск дома, да, это просто человека задержали на улице и изъяли у него какие-то личные вещи, которые были при нем, вот подтяжки, воротничок, шнурки, бумажные часы, расческа запонки. то есть тоже можно вот какую-то картину себе такую составить после того как человека арестовали и обыскали следует постановление постановление о том что человек подозревается в чем-то в совершении каких-то действий и Сотрудники НКВД постановляют, что его, ему нужно избрать меру пресечения. В большинстве случаев эта мера пресечения это арест и содержание под стражей. Следующее постановление о при избрании меры пресечения это Азербайджан, просто как пример, да, как это выглядело с подписями людей, которые решили это. И следующий лист – это постановление опять же, об избрании меры посечения, но это уже дело лагерное, да? это тоже уже не, не, дома, как бы не, не домашний арест, лагерь. Находится на содержании под стражей в СИЗО Яйского отделения, ЛАК-отделения. После этого след, следующий документ – это анкета арестованного. Наверное, это один из самых таких важных, документов в изучении семейной истории, потому что он содержит как раз подробную биографическую информацию, которая так нам с вами важна, которую мы часто очень не знаем. Здесь перечисляются все установочные данные человека: это фамилия, имя, отчество, точная дата рождения, место рождения, место жительства, профессия или специальность, место службы на момент ареста. Если был паспорт, номер паспорта, кем выдан, социальное происхождение, социальное положение до революции, после революции, образование, партийность, национальность, категория воинского учета, служил не служил. Если служил, то где? Служил ли в белой армии, служил ли в красной армии. И очень важно, конечно, состав семьи. Да, здесь мог, э, бывает разной степени подробности, скажем так, это этот пункт. Но иногда встречаются очень подробно расписаны состав семьи, включая братьев, сестер, их даты рождения и что очень помогает как бы, в, дальнейшем, в дальнейшем поиске. Дальше идут достаточно обычно объемные такой, объемная часть дела это протоколы допроса. В начале допроса опять же перечислялись какие-то краткие сведения о человеке, и допросы могли быть абсолютно разного характера. Иногда встречаются подробные биографические да, э, э, сведения, да, расспрашивать человека о родителях, где родился, какие братья, кто за границей живет, а иногда бывают очень э, такие допросы, которые я бы назвал скорее э, даже не, не, не традиция, а как таким ритуалом, что ли, да, такой вход в дело. Вот, э, как пример, вопрос, следствие располагает материалами, где, где изобличает вас в контрреволюционной деятельности. Признаете ли вы себя в этом виновным? Ответ, в контрреволюционной агитации виновным себя не признаю. Вопрос, э, тре, следствие требует от вас откровенного признания. Ответ, я отрицаю мое обвинение. В общем-то, вот первый допрос. Неизвестно, кстати, сколько времени занял этот допрос. Возможно, что он происходил и сутки, и, и двое суток, и трое. А на бумаге отразилась только вот такая краткая информация. Значит, дальше. В деле могут быть такие дополнительные материалы. Это может быть справка из Сельсовета, из кантонного кантосполкома. Да, Кем являлся этот человек? Там может быть написано, что у него было большое крупное хозяйство, может быть написано, что он был работником колхоза и как, в принципе, себя показал, проявлял ли себя с контрреволюционной точки зрения или не проявлял, да, и, в общем-то, какие-то такие краткие характеристики. Это могут быть характеристики с работы, если человек работал на каком-то производстве или в том же колхозе, например. Колхоз или Сельского, э, 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 сельсовет мог предоставить справку, имущественную справку на человека. И вот э, очень такая э, красноречивая, что ли, справка, э, которая у вас на экранах сейчас. Здесь можно увидеть, что у арестованного земля под обработкой до 2017 года было 410, до 29-го 28 десятин, а в момент ареста 37 год 0 можно сделать вывод какой то о размере его хозяйства после этого если следователь считал что материалов достаточно писалось такое постановление об окончании следствия здесь в общем то ничего такого особо нового обычно не указывается следователь просто говорит что считаю дело законченным и передаю дело дальше и на основе всего дела пишется так называемое обвинительное заключение. Это такой вывод из всего дела того, что важным посчитал следователь и как он это интерпретировал, самое главное, да, потому что очень часто в допросах говорится одно, а в обвинительном заключении это подается немножко под, под другим углом. И Обвинительное заключение шло дальше на рассмотрение какого-либо судебного, либо чаще всего внесудебного органа. Нам известно название «тройка», да, нам известно название «двойка», особое совещание, могла быть выездная комиссия Верховного суда, мог быть суд в самых редких случаях. Вот я вам хочу показать выписку из протокола. Это заседание судебной тройки у НКВД по Саратовской области. Здесь человека приговаривают к 10 годам. Лагере. А следующая выписка из протокола заседания тройки, здесь человека предо, э, приговаривают к расстрелу. Э, да, и, наверное, да, сразу следующий документ покажу. Это выписка из акта уже о расстреле, о том, что постановление тройки такого-то числа в такое-то время приведено в исполнение. И я хочу обратить внимание, на, на этих трех документах стоит такое слово, что это выписка из протокола, выписка из акта. То есть это не сам э, акт и протокол. Человек, который подписал эти документы, это чаще всего секретарь, который делал эти выписки. Предположим, э, за одно заседание тройка рассмотрела 100 дел, он сделал 100 этих выписок, а возможно и 200, да, потому что часто копии уходили в разные места, и их подписал. То есть этот, э, чё, эта подпись, которая стоит в этих документах, это не подпись, собственно, тех людей, которые этим делом занимались. <къем> эти документы тоже есть, из которых эти выписки сделаны, находятся они совсем в других фондах и не в личном деле. Часто очень можно встретить в делах, вот вы, наверное, сможете сейчас это увидеть на экране, три листа, это постановление о реабилитации человека. Когда после смерти Сталина начался процесс реабилитации, Суды, прокуратуры начали рассматривать эти дела, и в дело подшивалось постановление о пересмотре да, этого дела. Можно увидеть здесь очень много интересных дел, вещей. Например, иногда передопрашивали свидетелей по делу, иногда даже допрашивали сотрудников НКВД, бывали очные ставки. На самом деле очень разные бывают э, по составу вот эти документы. Очень интересно. А, также к делу подшивались заключения о реабилитации, да, то есть постановление, заключения и справки, которые выдавались э, членам семьи по, по запросу. Копии их тоже уходили в дело. Можно увидеть в этих справках адреса по которым эти документы были высланы. И, собственно, по этим адресам можно вычислить, куда семья попала, семья арестованного. И иногда в делах можно найти, как я уже говорил, личные документы. Вот, как пример, это паспорт одного из российских немцев, Арнст Александра Христиановича. Вот так выглядел паспорт да, на тот момент, на 1937 год. А это, собственно, фотография. Фотографии, к сожалению, далеко не всегда бывают в делах, скорее реже, чем чаще. Это очень жаль, потому что очень часто мы не знаем, как выглядели наши родственники на тот момент. Это краткое описание архивного уголовного дела. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу еще рассказать о деле Раскулаченного о деле лишенного избирательных прав и о личном деле заключенного, которое велось в тюрьме и в лагере. Большое спасибо.